Сладкое и дико будешь. Яблочки ест, правда, смотри-ка. Какая умница. А ты еще тут следы? Давай его убей. За ним долго бежать. Нет, не волны. Такая прикольненькая. Упадет сейчас. Не упадет. Тихо. Бедная лисичка. Есть нечего. Смотри, как она так ест прикольно, да? Угу. Собачка. Яблочки кушают. И матушка. Да бабушки. Давай. Все, слезает. Да, слезает. Есть хочет. Странно, почему она нас не видит? Смотри, какой хвостик красивый. Она прям к тебе к воротам уже не приходит. Она вон за дверь. Знаешь же. Такая большая. Пушистая, да? Да ты что? Нарик к зиме подготовился. Я другую видела. Бедняжка. Как ее ветка выделывает? Так она легкая, потому что нет еды. Вы говорите, птичек надо кормить, лис надо кормить. Да. И медведь. Смотри, какая красивенькая она, да? И кого-то в видео с ней. А как она реально держится? Она нас сейчас видит. Вот он, мир животных. Да некогда ей бы с ветки не упасть. Мир животных. Да. На уроке биологии как раз таки. Бедная лисичка. Еды нигде нету из-за этого. Бешеная. Дима, она у тебя все курицы даёт, да? Не она. А кто? Как так, она, интересно, до верхушки доберётся? Красивая собака была. Ну, она слезает. И курица уже... Да, по-моему, рыбает. Она не слезает, она... Да, а мне кажется, она слезает. Как её надо спасать ведь теперь? Давай через фото. Оп, всё. Здорово, да? Вон, видно. В кустах. Вон она идёт. Надо её покормить. Угу. Курочкой. Купи в магазине курочку и покорми ее. Вот, почему купить? Видишь, она ночью хвост, просто такой хвостик у нее. Смотри, она идет и хвостик заметает хвостиком.